Так, всем снова привет, друзья! Сегодня с вами, как всегда, Егор Телепром. И не обращайте внимания на посторонние звуки, я просто на улице снимаю, поскольку я сейчас за городом, а на улице только 4G ловит. Итак, друзья, срочная новость. Мой друг, он спалил клуб создателей Бравл Старс. Так, пошел отсюда. Вот, представьте, друзья, он мне позвонил, но сказал, что его опередил холдик всего лишь на один день. И он тоже спалил клуб создателей Бравл Старс. Но мы спалили его вторыми. Хотя, почему мы? Это мой друг все. И да, если вы хотите узнать, что же за друг-то у тебя такой, он тоже на ютубе. Ссылочка на его канал я ставлю в описании. Очень хороший контент снимает. FNAF, Бравл Старс и тому подобное. Но у него не загружаются видео на канал, поэтому... Скорее всего, он создаст второй канал, на который я тоже оставлю ссылочку в описании, друзья. Итак, давайте же я покажу вам этот, собственно, клуб разработчиков, создателей Бравл Старс. Так, мы берем, заходим в клуб. Кстати, мой клуб, ссылочку на него я тоже оставлю в описании. Можете вступить, у меня тут уже 7 участников. Итак, мы нажимаем «Искать клуб» и вводим такой тег. Я вам в конце ролика, ну, не в конце ролика, а когда я его введу, дам заскринить время. Итак, набираем U, Q, C, L, 2, J, дальше L и U. Вот такой вот тег получается. И вот он, это клуб разработчиков Brawl Stars Freeze. В нем сейчас 205 752 кубка и вот 13 участников. Смотрите, Дэнни, Фрэнк и остальные участники, вот, например... Дингус, это все разработчики, создатели Бравл Старса, ребятки. Если не верите, то вот мне мой друг пока рассказывал предысторию. Он сказал, что очень долго следил за телеграм-страницами вот там Дэнни и Фрэнка. И там они размещают, значит, всю свою там информацию о Бравл Старсе аккаунте. И количество кубков совпадает. Поэтому, друзья, вот он. Вот можете прямо сейчас, даю вам время, 5 секунд заскринить. Давайте 5, 4, 3, 2, 1. Надеюсь, все успели заскринить, друзья. Вот, о, кстати, у участника Angry Potato сейчас 19 999 кубков. Скоро 20 косарей. Давайте, кстати, посмотрим на вот, не знаю, на, так сказать, самого президента этого клуба, основателя всего Brawl Stars'а Дингуса, на его АК 35 бойцов. Кстати, каких у него нет, мне интересно. Ну-ка, какие леги? Так, у него есть Леон, Ворон, Спайк и Сэнди. Леги все. Ну, кого же у него нет? Мне интересно, друзья. Смотрите, у меня бойцов больше, чем у основателя Бравл Старса. Ну, у Дэнни все бойцы есть. Обалдеть, все на 10-ю силу и все на 25-й ранг. Ну, почти все, но минимум здесь 25-й у него. Кстати, глядите, сливаю эти, как их, теги... всех разработчиков Brawl Stars. Давайте скриньте Дэнни. Успели? Дальше. Фрэнк. Успели? Дальше идем. Давайте теперь я вам еще покажу. Вот, тег Дингуса. Ого, какой у него тег. Тег решетка 2 луг. 2 луг. Что это такое? Прикольно, друзья, прикольно. Вот. Что ж, друзья, я вам показал, значит, основных участников этого клуба, сам клуб. Поэтому, друзья, такие вот дела. Но вступить у вас в него не получится, поскольку он закрытый. И туда можно вступить только, значит, слетав в Канаду или там, где у них офис Brawl Stars'а. Я слышал, что Supercell это финская компания, но разрабатывали его в Канаде. Значит, вам надо слетать в Канаду и предъявить разработчикам удостоверение о том, что вы работаете в компании Supercell. Тогда вас пустят в этот клуб. Ну, если у вас, конечно же, есть еще 15 тысяч кубков. Поэтому что ж, друзья, вот такой вот сегодня интересный ролик получился. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно и включайте колокольчики. Ведь мы до конца лета должны набрать 150 подписчиков. И тогда я устрою стрим. Скорее всего, по Brawl Stars'у. Поэтому что ж, ссылочки, значит, собственно, на мой клуб Brawl Stars'а и моего друга, который, собственно, и рассказал мне информацию об этом клубе создателей Brawl Stars'а, будут в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.